Настоящее лето – это когда жарко даже в море, а на хорошем пляже от зноя всегда можно укрыться под теневыми навесами. Звучит музыка, в веселых танцах зажигают аниматоры и полное ощущение комфорта, если очень уютно на территории и ты, как отдыхающий, под неустанным контролем спасателей и фельдшера. Один спасатель, как и положено, дежурит у уреза воды, а второй на посту. Специалисты управления по курортам и туризму проверяют все документы, ведь бывает и так, что документы в папке одни, а на самом деле на посту дежурит совсем другой человек. Проводим мониторинг технического оснащения спасательным оборудованием спасательных постов, расположенных на наших пляжах. На данный момент нами обследовано порядка 22 пляжных территорий. Проверены документы матросов-спасателей на соответствие. Проверено пляжное оборудование на соответствие, то есть это наличие лодки уреза воды, наличие концов Александрова, спасательных кругов, жилетов, наличие документации, то есть актов технического свидетельства ГИМС. За два последних дня обследовано почти 40 пляжей курорта. На Золотых Песках идеальный порядок, но нарушения в оснащении пляжей повторяются. В чем же они заключаются? Часто повторяющаяся ошибка, скорее всего, это человеческий фактор, это лень. Порой лень работников пляжа заниматься в момент открытия самого пляжа утреннего, не то что уборкой, а именно оснащением его предметами спасения. То есть первым делом, когда спасатель открывает пляж, а именно 8 часов согласно графику, да, штатного расписания, они прежде всего должны установить и обеспечить пляж, то есть вынести лодку к урезу воды, оснастить ее там веслами, концами Александрова, то есть всем чем. Но обыкновенная лень или усталость, на которую они ссылаются, либо замороченность, то, что руководители говорят, что сперва нужно навести санитарное состояние, что тоже порой не совсем правильно, потому что спасатель должен заниматься своими прямыми обязанностями. Это, еще раз повторюсь, обеспечением безопасности на водном объекте. Море не прощает ошибок. Жизнь это не раз доказала. Ну а на пляже Золотых Песков отдыхающие в полной безопасности.